Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, и сегодня я продолжаю играть в Sims Medieval Пираты и Знать. Ну что ж, начинаем. Это четвертая серия. Я изменила задание. В прошлой серии было задание «Госпожа Удачи», и случайно я, в общем... Случайно выбрала другое задание. Случайно. Ну ладно, ничего, надеюсь. Так, вот. Что я хочу... Что у нас я выбрала? Какое задание я забыла? И какое-то задание выбрала первое. Ну, в общем, давайте. Так, прошло немного времени с тех пор, как океан выбросил на побережье королевства горы обломков корабля и выжившего матроса. Вильям живет своей обычной жизнью. Народ занимается своими обычными делами, не задумываясь о конфликтах в других странах. Леди Элеонора получает весточку от кузнеца, что заказанный новый меч готов, и его можно забирать. Прогуляться до деревни за мечом самостоятельно, или пусть его принесет мне слуга Лионелла. Кто заберет меч? Монарх будет явно выделяться из толпы простого люда. Думаю, слуга Лионелл не откажется сходить за мечом вместо меня. Прогулка на свежем воздухе еще никому не вредила. А схожу-ка я за мечом лично. Давайте мы сами сходим. Ну, в общем, я вот тут болею, поэтому вообще мне, когда я болею, нельзя вообще снимать. То есть не надо, но я хочу снимать. Нельзя же тут портить мне наслаждение, которое я играю. Ну вот, сходим вообще. В общем. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Jelik, relic, tumsil. Забери меч, пожалуйста. Член гильдии Эммануэль. О боже мой, это все нужно съесть. Мы еще голодны тут. Не сомневаюсь, вам очень понравится новый меч, ваше величество. Он был выкован в соответствии с высшими стандартами. Время помахать мечом. Так, на чем бы его проверить? Вокруг так много вещей, которую можно порубить, а у меня так мало времени. Испытать новый меч. В общем, вернись домой, пожалуйста. Да, возвращайся. А потом съешь что-то. Приготовь еду, кашу, например. Затем тебе нужно сделать все, блин. Ну ладно. Подпиши договор о мире теперь. Так, и прочисти себе. А ну вот, да. Читай. Вы сами прочитайте, я так как болею, поэтому я... Так как я болею, я не могу все читать подряд. Так, ладно,
подписать королевский ордер на... О, боже мой. Должно повышать, просто у нас все снизилось на серебро в прошлой серии. Или даже на бронзу. Все, ждем, когда наша Элеонора проснется. О, боже мой. Беспокойный сон превращается в череду кошмарных видений, в которых леди Элеонора вот-вот станет жертвой жутких существ. Куда бы леди Элеонора ни побежала, ужасы не отстают. Противостоять кошмарам. Леди Элеонора не видит другого выхода, кроме как встретиться с кошмарными видениями лицом к лицу. Бежать. Леди Элеонора холодеет от ужаса. Единственная надежда на спасение – бежать прочь. Леди Элеонора собирает волю в кулак и решает противостоять кошмарам. Издав яростный вопль, она, что есть силы, бьет жутких существ. Но безрезультатно. Элеонора видит повсюду жуткие клыки и когти и понимает, что спасения нет. К счастью, тут она просыпается, дрожа от пережитого страха. Пройдет несколько минут, прежде чем она снова уснет. Получен кошмар. Все, она проснулась, теперь иди сразу же. О, здесь есть у нас еда. Возьми порцию. Я буду перематывать каждый раз, чтобы было быстро. Быстрее. Так, все. Теперь нам нужно испытать новый меч. Так, где, кому мы можем это испытать? Нет, советник. Давайте добрую женщину. Нет, добрую женщину мы не будем трогать. Тогда давайте лучше будем испытать где-то вот здесь. Судное место. Все. Хватит сидеть, лучше иди сюда. Мы вызовем его на поединок. Давайте же. Если этот меч так хорош, как говорят, то у вас большие проблемы. Она уже здесь. О, боже мой. О, нет, у нас все плохо. Удар рукояткой. Отлично. Блин, это что? Этот меч вообще какой-то... Знаете,
Плохой мяч. Эй. Это какое наше? О, нет, мы проиграли. Что за... От последнего удара меч треснул. Вот и появился вопрос к кузнецу. Простите, в этом нет моей вины. Качественные материалы трудно достать. А, да еще консорциум гильдии Богатони затрал цены. Мне пришлось использовать в сплаве хламию вместо мифрила. Я стою перед сложным выбором. Линнет, отправить вас за этот обман в колодки или в яму? Нам нужно выполнять задание. Ну хорошо. Это что такое здесь? Что здесь происходит-то? О, отлично. Так, теперь издать указ. Ну, ладно. Давайте сперва я схожу вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Может, накормим зверя? Все, ты можешь вернуться домой. Так, и сразу же делай это. Приказать выплачивать страховку, ага, и так далее, ладно. А ты пока что поговори о поведении богатонской гильдии. Гильдия продолжает взвинчивать цены, утверждая, что все дело в конфликте с пиратами. Мне только что пришли письма от консорциума гильдии и от пиратского трибунала. Обе стороны просят королевство Виллиан стать посредником в переговорах о подписании мирного договора. Это отличная возможность укрепить отношения с флотом Грабфеля и гильдиями Богатони. Напишите им, что Вильям почтет за честь стать посредником в переговорах. А я пока подумаю, как обустроить встречу гостей. В такой напряженной обстановке любая мелочь может все испортить. Сию минуту, миледи. Так, какую нужно приготовить еду? Свежие фрукты, изысканные закуски. Ну, не знаю. Может, изысканные закуски? Наши гости будут в восторге от блюд лучшего повара королевства Вильям. Так, посмотрим. Нам нужны еда, музыка и, конечно же, охрана. По счастливой случайности сегодня у главных ворот собрались бродячие музыканты. Что еще нужно сделать, чтобы гости чувствовали себя лучше, чем дома? Обсудить меры безопасности, лейтенант Брамхондел. Есть два способа обеспечения безопасности, миледи. Так, стоп. Так.
Да, есть два способа обеспечения. Мы можем явно показать свою силу, расставив охрану так, чтобы все ее видели. Либо можем замаскировать охрану гостей, чтобы никто никого не нервировать. А каково будет ваше решение, Ваше Величество? Не знаю. Давайте спокойно будем решить. Устроить прослушивание на городской площади. Итак, теперь, когда вопросы безопасности улажены, нужно придумать, как сделать, чтобы гости расслабились. Схожу на городскую площадь, там всегда можно обнаружить большие таланты. Иди на участок. Блин, указ не принят. Прослушивание. Как галантно, не сомневаюсь, даже самый так аристократ растает от ваших речей. Стойте. У вас, твоих, несомненно, есть талант проявлять гостеприимство. Но кто же из вас произведет лучшее впечатление на гостей? Благодарю, Ваше Величество. Я приложу все усилия, чтобы ваши гости навсегда запомнили визит в наше королевство Вильям. Ну, а теперь мы должны попросить песню у каждого музыканта... Ой, от каждого музыканта у главных ворот. Наверное, вообще... Тебе нужно переодеться. Ой. Так-то лучше. Теперь попросить песню. Ого, где у нас тут надо попросить? Ой, опять они там. Попросить спеть. Попросить спеть. Как красивые слова, как прекрасная мелодия. Какие резкие куплеты. Какой жгучий припев. Браво, очень жаль, что мне нужен лишь один музыкант. Так кого бы выбрать? Я позабочусь, чтобы эта вечеринка всех с ума свела. Вы сделали верный выбор, Ваше Величество. Теперь нам нужен получить 3 куска кабанетины и 3 головки сыра. Где? Вернись домой. Блин, у нас вообще мы ни к чему не успеем. Блин, мы должны издать указ вовремя. Блин, через 2 часа вы что? Мы ничего не успеем. Ладно, главное, давайте пойдем быстро приготовим еду. Суп из медвежатины. И пусть. У нас уже есть еда. Ну ладно. У тебя еще и бодрость. Все, в общем, мы не успели.
Все. В общем, получилось. Но нет, очень поздно. Все. Теперь питание опять же. Так, у нас есть вот это. Возьми порцию. Все. Мы это можем вообще продать все за 0 миллионов. Это можно поставить в ледник, чтобы он использовался. Ледник там. Что ты там смотришь? Почти три... Это не просто, да, это правильный вкус. Так, получить 3 куска кабанятины и 3 головки сыра. А, я знаю, наверное, его нужно купить. Вон там. Так, что? Кабанятина и сыр. 3 сыра. А, три, да? 3 кабанятины и 3 сыра. Так, 3 сыра и 3 кабанятины. Вот. Ой, у нас только один, что ли? Нам нужен 3. Нет, он один остался. Вообще уже. Нам нужно как-то опять вернуться. Но давай вернись того лучше. Потом мы вернемся опять. Вот. Перематываем, чтобы она попала быстрее домой. Так, спросить двух жителей о жизни в королевстве Вильям. Так, написать 2 новых закона. Все. Что можем теперь? Опять вернуться можем. Но я не уверена, готово ли там вообще все. Здесь кабанятина. Да? Давайте попробуем, но нет. Он стоит вообще. Кабанятина нету? Мы, я никогда не пользовалась такими. Давайте попробуем. Так, с сыром. Так. В общем, кажется, нету. Да уж, ладно. Давайте попробуем, что это за карта. Да. Карта сокровищ за 70 медиалов пирата. Знаете, можно купить деревенской лавки и приобрести иным способом. Щелкните на карте сокровищ, покажи персонажей и выберите практически карту, чтобы получить подсказку о том, где находится сокровище. Ну ладно, давайте попробуем. Прочесть карту.
где растет много деревьев. Это же лес. Иди сюда. Эй, что за лопата? Где его купить мне? О, боже мой. Приходится мне опять купить. Да? Так, стоп. Идемте в... Вот сюда. Нам нужно купить лопату. Вот снаряжение. Вот неудобная лопата. А есть удобная. Прогуливаясь по городу, леди Элеонора внезапно слышит впереди какой-то подозрительный шум. Элеонора хочет выяснить, в чем дело, и видит, что двое бандитов пытаются вырвать мешок из рук беззащитной женщины с ребенком. Помочь матери. Бандиты совсем распоясались. Леди Элеонора бросается вперед. Леди Элеонора поможет ребятам отобрать мешок. А вдруг там что-то ценное? Конечно же, мы поможем матери. Элеонора бросается на помощь с криком «Держи воров!». К сожалению, оказалось, что в толпе скрывались сообщники бандитов. В считанные мгновения Элеонора оказывается на земле, получив несколько чувствительных пинков и ударов дубинками. Вот досада. Эй. Вот досада. Иди домой. Может, что-то скушаешь, что ли? О, боже мой. Так, иди спать. Так, ты хочешь есть, иди, приготовь еду. Из медвежатины. Ну, съешь же. Теперь отправишься ты туда? Нет, еще нет. Давайте сперва мы отправимся в лес. Иди сюда. Теперь мы должны найти сокровища. Ну, есть же вот лопата. Похоже, именно это, эти ориентиры... Указанная на карте, видимо, сокровище спрятано неподалеку.
Мне следует начать искать, глядя на карту. Хотела я сфоткать, но да, можно. Вот так. Ты куда ушла? Что ли? Обрывок, расшитая золотом карты. Ну ладно, все. Теперь мы можем отправляться. Да. Не знаю, может сейчас или нет. Ну, давайте сразу же отправляемся. Иди. Так. Мы все возьмем, в общем. Все. Так, вы идете по рынку, как вдруг в пути вам преграждает некто, очень похожий на вас, в точно таком же костюме, как у вас. Она вручает вам какой-то сверток и исчезает за поворотом в конце улицы, крикнув: «Нет времени объяснять, берите и бегите отсюда». Если не верить самому себе, то кому вообще можно верить? Действительно, лучше бежать. Очевидно, это какая-то уличная магия. Я не собираюсь обращать внимание на всякие глупости. Давайте попробуем бежать. Поблуждав по переулкам, вы выходите на окраину города и переводите дух, а затем разворачиваете сверток. В нем лишь какое-то зелье и ничего больше. Вы ждете пару минут, не произойдет ли что-нибудь еще. Решив, что опасность миновала, вы возвращаетесь к своим делам. Эликсир бесплотности. Вот дать еду. Да, миледи, будьте уверены, я приготовлю широкий ассортимент блюд к прибытию гостей. Итак, все приготовления завершены. Стоит спросить, может, королевская советница Паулетта подскажет, когда прибудут наши гости? Мне доложили, что обе делегации уже у границ королевства Вильям. Прежде чем они прибудут, позвольте предложить вам некоторые процедуры для освежения внешнего вида. Слугам было приказано подготовить специально для вас особое масло и соли для ванн. Выберите, что вам больше по душе, миледи. Принять ванну с морской водой или ванну с разноцветом. Дайте с морской водой.
Ах, этот соленый запах моря с легкими нотками запаха водорослей. Берегись, народ, охотник за сокровищами Элеонора на гребне волны. Надеюсь, гости прибудут прежде, чем аромат рассеется. Дождаться новостей о прибытии. Охотник за сокровищами Элеонора, мне нужно с вами поговорить. Крабвильцы прибыли. Жуткий капитан Клариса Темновод со свитой прибыли в королевство. Они ждут вас на пляже, миледи. На пляже опять. О, охотник за сокровищами Элеонора появляется в тот момент, когда пираты высаживаются на берег. Их возглавляет жуткий капитан Клариса Темновод, командир Красного флота. Ее дочь Мисти Темновод идет следом. Слева от нее командир Черного флота и новый член пиратского трибунала Черный парус Корвин Чернокрыл. Приветствуем вас, охотник за сокровищами Элеонора. Я жуткий капитан Клариса Темновод и Крабвильского Красного флота. Это черный парус Корвин Чернокрыл и Черного флота и Мисти Темновод, моя дочь. Любезное приветствие. Вы говорите так же, как пахнете свободно и уверенно. Приятно осознавать, что Ланди Граба не переманил вас на свою сторону. Если позволите, мы пойдем в замок Вильям и подготовимся к переговорам. Проводить пиратов в зал приема. Ну, окей. Моя повелительница, богатонцы были замечены на лесной дороге. Я провожу наших гостей, а вы тем временем сможете отправиться на встречу богатонцам, чтобы лично поприветствовать их. Мы подождем нашего прихода в зале приемов, охотницы сокровища Элеонора. Я хочу есть. Приготовим еду. Ну, кабанятину приготовим. Все, теперь мы можем отправиться вот сюда. Блин, мы ничего не исполнили. Глава гильдии Диметрия Ландиграба с важным видом выходит на опушку. Слева с видом скучающего аристократа бредет его сын, наследник Дациан Ландиграба, которому явно нет дела до отцовских забот. Позади вышагивает адмирал Гор Мандрагора. Командир Бакатонского флота, он свирепо сверкает глазами, когда глава гильдии и охотник за сокровищами Элеонора идут навстречу друг к другу. Приветствуем вас, охотник за сокровищами Элеонора. Я глава гильдии Диметрия Хэлла. Все, надоело. Такие имена вообще. Любезное приветствие. Так, нам по душе ваши любезные речи, охотник за сокровищами Элеонора. Если бы еще и ваш запах был бы так приятен, как ваши слова, вы никогда не думали об использовании парфюма. Но мы можем обсудить эти мелочи позже. Если позволите, мы отправимся в замок Вильям. Быстро. Ой. Блин, 2 часа? Вы же что? Снижение пошли. Ага, блин, если бы все хорошо было бы. Нет, указ не принят. Отлично просто. Все. Ничего не получилось.
Ты что спишь? Проводить пока танцы. Как нам это вообще сделать? А, конечно. Так, не обижайтесь, Элеонора, но мне казалось, что стража города Вилья не должна походить за кучку растерянных клоунов. Остается лишь молиться, чтобы капитан Темновод со своей шайкой не начали буянить на подписание мирного договора. Вы и ваш ядовитый язык — вот что нас больше всего беспокоит, Ланди Краба. Давайте поскорее провернем все дела, чтобы больше не раздражать друг друга своим присутствием. Объявить начало встречи. Черный парус и адмирал обмениваются дарами. От имени объединенных флотов Грабвеля я, черный парус, Корвин, чернокрыл, вручаю вам золотую подзорную трубу ясности. С помощью нее можно видеть даже сквозь самый плотный туман. От лица консорциума гильдии и королевского флота Богатони я, адмирал Гор Мандрагора, вручаю вам драгоценный компас. Его стрелка всегда показывает противоположную сторону от опасности. Я, охотник за сокровищами Элеонора, глава королевства Вильям, проводящего у себя эти мирные переговоры, повелеваю соблюдать порядок. По традиции, каждая сторона должна совершать подношение в качестве жеста доброй воли. Сейчас вы обменяетесь этими подношениями, и таким образом мы совершаем первый шаг к примирению. Прошу вашего внимания, мы переходим к следующей теме повестки дня. А теперь, прежде чем вы подпишете мирный договор, я расскажу вам о давней традиции королевства Вильям, которую нельзя нарушать, о вручении даров. Подарки дарят монарху, то есть, в нашем случае, мне. Жуткий капитан Клариса Темновод и глава гильдии Диметрия Ланди Граба, вы приготовили подарки для меня? Так точно. Да, и мы считаем, что наши дары будут лучше смотреться под открытым небом. Именно поэтому мы вручим их вам на городской площади. Боже мой, сразу вам нельзя, что ли? Ох. Да начнется вручение даров. Ну, давайте же подарки. Так, я преподношу вам одного из самых лучших богатонских охотничьих соков. Он прилетит к вам. Стоит лишь дунуть особый свисток. Ну что, попробуйте. Окей, попробуем сперва, потом получим подарок от него сперва. Охотник за сокровищами Элеонора, я дарю вам то, что помогает заглянуть в самые отдаленные уголки человеческой души. Многофункциональный стул для допросов. Дрессированные птицы — это прекрасно, но что эти птицы смогут сделать с упрямым матросом, которым не хочет рассказывать, где закопаны сокровища, а ничего вообще? Мои слуги сейчас установят и настроят стул для демонстрации его возможностей. Прошу вас, посмотрите. Ваш музыкант ничего так играет, но может она немного передохнет, посидит на вашем новом стульчике. Тогда мы должны идти домой. Oh
Ой, у меня должен быть стул здесь. Давайте сперва вот так. Да стой же ты, хватит позвать. Очень хорошо, теперь попробуйте дать высокую команду. Отправьте его охотиться. Великолепно, охотник за сокровищем Элеонора. Вы прирожденный дрессировщик соколов. Теперь остается лишь ждать, когда ваша птица вернется. Иногда они мигом находят добычу. Иногда им требуется за это несколько часов. Окей. Посадите на стул для допросов Ваганда. Где же стул у нас тут? Где стул для допросов? Я не поняла тут. Нету здесь никакого тут. Где у это? Давайте сперва поболтаем. Мы должны узнать, где он. Может, он там. Может, здесь этот стул. Да, приковать персонажа. Нет. Что за приковать персонажа? Где мы можем посадить этого? Это же ты? Да. А, это он. Очень хорошо. Теперь, когда наш объект никуда не денется со стула, можете применять любые методы допроса. О, поглядите, ваша птица вернулась. Ваш сокол может выполнять и другие команды. Не сомневаюсь, вам понравится изучение всех способностей нашего нового питомца. Что значит испытать? Он же не сидит здесь. Хорошо. Опять вага. Угрожать. Что в этом ящике? Что в этом ящике? Как видите, стул может пригодиться в совершенно разных ситуациях. Этот стул — демонстрационный образец. Ваш новый стул мы доставили в деревню. Можете забрать его, когда заходите. Думаю, вы оцените его по заслугам. Все, отпускаем. Как его забрать? Как забрать это? Да дайте же мне это. Как это забрать?
Ладно, сперва мы сделаем еще. Блин, вообще ненавижу таких. Она уж потеряла создание. Ладно, иди домой, поспи, пожалуйста. Так, ребятки, я уже все восстановила. И немножко желаний поисполнила. Поспала и тогда. Вот взять стул. Я наконец-то поняла, что нужно взять из деревни. Я прочитала это снова и снова. Собрать ваш стул для допроса из деревни. О, боже мой. Эта серия у нас вообще надолго у нас. У входа в деревню охотник за сокровищами Эленора видит группу удалых пиратов. «Мы доставили ваш новый стул для допросов сюда», — говорит пират, указывая на жуткого вида деревянный стул с шипами, на котором висят различные пыточные инструменты. «Доставили его в деревню. Стул слишком тяжелый, чтобы нести его в ваш замок. Думаю, с этим вы и сами справитесь». Охотник за сокровищами Эленора получает от пиратов стул для допросов. Этот полезный предмет помещен в хозяйственный багаж монарха. Установить его можно в режиме меблировки. Окей. Что, теперь нам нужно вернуться на городскую площадь. Окей, площадь. Благодарю вас всех за щедрые подарки. Давайте вернемся в запьем и приступим к подписанию мирного договора. Зал приема, вообще-то. Вот сюда. Что это значит? Темновод, вы стоите за всем этим. Адмирал Мандрагора, проснитесь, что произошло? Где мой сын? Дацен. Я стою за этим? Пахнет одной из ваших интриг Ландиграба. Где Мисти? Где моя дочь? В общем, моя дочь. Если хоть один волос упал с ее головы, я залатаю ваши кожи паруса своего корабля, а вашим языком прикажу отроить гальюн. Что произошло? Погодите, они просыпаются. Давайте сперва поговорим с ними. И лишь потом будем делать какие-то выводы. Время тянулось медленно, и ничего не предвещало беды. Тут комнату внезапно заполнил странный зеленый туман. Мне стало дурно, закружилась голова. Помню, только я на полу, а в комнату входят какие-то темные фигуры. Мне показалось, что они были похожи на пиратов, но получше разглядеть их не удалось. Сознание покинуло меня. Он говорит, похоже на пиратов? Ха! Да это правда, там был туман. Но всю остальную ложь. Эти торгаши нас подставили. Торгаши. Драгоценный компас был украден, вытащен прямо из моих бесчувственных рук. Спорю. На все свое золото, что наследник Дацен Ландиграба имеет к этому самое прямое отношение. Говорю вам, Клариса, глава гильдии Деметрия Ландиграба, лжет. Нельзя верить ни единому его слову. В
Вы сразу обвинили моего сына Дация, но заметьте, что Мисси, отцом которой является жуткий капитан Клариса Темновод, тоже куда-то подевалась. Вся эта затея с мирным договором была ошибка. Мне надо было раньше догадаться. Идемте, адмирал Мандрагора, мы уезжаем. Мы еще встретимся, Темновод. Помяните мое слово. Так, что вообще произошло? Подожди, пока запомнил. Ну вот, все ушли, королевская советница палаты, нам надо поговорить. Блин, это так много, что ли, будет? Что ж, все так эффективно развалилось, не правда ли, Паулетта? Несомненно, миледи, меня терзает отвратительное предчувствие, что наши беды только начинаются. Этот конфликт ставит все королевство Вильям в опасное положение. У нас есть место для маневра, Паулетта. Мы можем использовать этот конфликт в своих интересах. Все зависит от того, как мы будем строить наши отношения с пиратским флотом и консорциумом гильдии. Что регулярных ответов, отчетов о действиях каждой из сторон в этой войне. Все, задание выполнено. Наконец-то. Все, я над этим заканчиваю. Это вообще видео продолжится очень много вообще. Ладно, надеюсь, давайте мы что-нибудь купим на последнюю серию. Таверна, рынок, давайте рынок, или площадка для кингбола, Яковицкий собор, монастырь, казарма, давайте казарму с мебелью. Да, в общем, да. Рыцарь, мы его сделаем в следующей серии. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока!